Успешный человек – это тот человек, который никогда не работает над внутренним образом. Внутренний образ забирает очень много энергии. Человек, наоборот, должен отдавать много энергии, создавая не образ, а создавая чувства. Таким образом, когда я общаюсь с каким-либо человеком, я пытаюсь создавать не образ себя, какой я модный, четкий, главный там, или еще какой-то, а я собираюсь создать скорее... создаю скорее эмоцию, которая может у этого человека возникнуть в тот момент, когда он рядом со мной находится. Хочу вам дать совет. Для того, чтобы у вас появилась коммуникация, вы должны создавать не образ свой, который заставит этого человека бежать от вас, потому что вы как гора со своим образом или как король со своим образом. Кстати, на что еще похожа корона? Корона очень похожа на шапку шута. Именно поэтому человек, который одевает себе на голову образ в виде короны, очень часто в глазах окружающих людей очень похож на шута. Именно поэтому я очень часто говорю, что человек не должен работать над внутренним образом, он должен работать над той эмоцией, которую он может создать у того человека, который находится сейчас рядом с ним. Поэтому, подойдя к человеку, подумайте не о том, как он увидит вас или что он должен о вас подумать, а подумайте о том, какой вы оставите эмоциональный след, общаясь с таким человеком. Это позволит вам в дальнейшем быть успешным.